Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и сегодня у нас обзор такой прикольной игры в стиле Tap-Tap Dash. The Little... Ой, подождите. The Little Fox, то есть маленькая летичка. Она у нас бегает по такому вот, по тропинке, да? И нам нужно довести ее до финиша. Это был такой вводный уровень, и благодаря тому, что мы его прошли, нам теперь доступен новый мир. А миров здесь, по-моему, 13 аж целых, да? То есть их здесь довольно-таки много, вот если их проходить по очереди. А игра бесплатная, то здесь покупать, в принципе, ничего не нужно. Ай, иди к нам. И давайте попробуем пройти первый, Вечная зима. Судя из названия, это ледяная такая вот трасса, да? Игра очень и очень сложная, сразу говорю. Я в нее попробовал поиграть буквально чуть-чуть. Но у меня... Это с трудом получается. Первый уровень, он не очень сложный, а дальше начинается просто засада. А я не стараюсь собрать пока весь... Ой. Все эти кристаллы, потому что, ну, это нереально. Может быть, на телефоне, планшете реально, но я играю как бы на компьютере. А здесь как бы тяжело это все делать. Ай. Не там свернул. Ой, ух ты, фух, успел вырулить. Здесь получается, с какой стороны от лисенка нажмешь, а с той стороны как бы туда он и поворачивает. Но есть еще множество других всяких там заморочек. Ой, замедление. Замедление с другой стороны как бы оно и нужно, потому что иногда так разгоняешься, что не знаешь, куда тебе бежать. Опа, класс, слушайте. Ай! 96%, видите? Я был уже фактически на финише. Здесь много еще разных фишек есть. Получается, можно отматывать время как бы назад. На несколько ходов. А каждая попытка забирает одну энергию. Когда энергия заканчивается, то можно либо посмотреть рекламу и получить 10 энергии. Либо просто ничего не делая, игра как бы стоит включенная, и каждые там сколько-то 20-30 секунд тебе дается одна энергия, то есть... Ну и можно, соответственно, купить полную версию, как бы тогда энергия у тебя не ограничена. Я, кстати, это все только сейчас заметил, когда я первый раз играл, я этого не понял. То есть я думал, что у меня там чего-то не хватает. Ай, ну, блин, на шаг дальше. Видите, вот справа вверху 27 энергии написано. Я, кстати, могу сейчас вот так вот сделать шаг назад. Видите, меня перекинуло к ближайшей точке. То есть я уже не сначала начинаю, а к ближайшей точке, вот, которая там сохранение было. Но опять же, на это тратится одна энергия. О, вот, все. Благодаря этому я уровень прошел. И после каждого уровня есть подробная статистика. Вот нам доступен новый мир. Пройдено 100%. Собрано 34 кристалла из 54 возможных. То есть для того, чтобы получить следующую, как бы, грубо говоря, звездочку, нужно собрать все кристаллы. И время, то есть... Нужно 43 секунды... За 43 секунды пройти эту игру. Как же так? Мы же вроде бы так быстро бежали. Ну, в общем, ладно. Понятно. И можем перейти к следующему миру. Здесь вообще шикарная музыка, вот они сами пишут, разработчики, что это оригинальные треки. То есть музыка действительно классная. Так, единственное, чтобы главное, ее YouTube пропустил. А иначе будем смотреть эти ролики без музыки. Так, сейчас мне сюда. Ой, а куда это я? Слушайте, блин. Я тут немного не разобрался. Ой. Я, если честно, этот уровень не проходил еще. Первый я как бы для ознакомления с игрой прошел. Этот уровень как бы попытался, но у меня не получилось. Поэтому сейчас вот как бы в живом режиме я пробую его проходить. Сохранение.
Так, получается, мне здесь нужно сюда вот бежать. Может, мне сюда нужно прыгать? О, вот, точно. Ай! Куда это мне? Слушайте, вот это меня понесло. Я сюда еще не заходил. Ух ты! Увидели? 98% получается, вот я на последнем ходу, как бы, про этот, прошляпил поворот. Поэтому я сделал ход как бы назад. И вот я прыгнул в финиш. Класс. Этот уровень я действительно еще не проходил. Вот это 100%. Опять 36 кристаллов из 54 возможных. И время как бы, ну, довольно-таки быстро, но все равно еще не нужное время. И можно... можно перейти к третьему миру. Ух ты, какой красивый, смотрите. Так, а что это? Это скользкие эти скользкие плитки. То есть на них нельзя поворачивать, нужно заранее вот так вот брать и как бы на них рассчитывать. Ай, 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 вы видели? Вы это видели? Это тоже какой-то прикол. Нас как бы кидают вообще на амбразуру называется. А как же тут быть? Ай, ай, ну это нечестно. Как мне сориентироваться, в какую сторону мне там поворачивать, если меня без конца вот так вот крутят? Ух ты. Ай, 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 ай. Я думал, там они до бесконечности будут появляться, оказывается, надо было повернуть. Но вот это только третий мир, как бы уже много чего интересного. Ой, а зачем же? Это все вот эта привычка из тап-тап-дэш, то есть нажимать для прыжка. А тут как бы нажимать для прыжка не нужно, здесь нужно нажимать только для смены направления движения. Вот. Опять не туда. А куда же мне нужно тут было? Сложный уровень, я сомневаюсь, что я его сегодня пройду. Как бы, если вам эта игра интересна, мне поиграть, то ссылочка будет в описании к этому видео. Можете играть сами. Ай! И как бы, ну, поверить мне на слово, что игра довольно-таки клевая, но очень сложная. Ай! Блин! А, я, кажется, начал понимать, как здесь пройти. Но это все как бы время. А, слушайте, я не знаю, но пока мне нельзя время отматывать назад, потому что, наверное, я еще не нажал ни на одну контрольную точку. Блин, а почему я... Ага. Меня по кругу пустило. Странно это все. Блин, вообще не в ту сторону повернул. Дело в том, что в комментариях к этой игре писали, что иногда бывает, как бы вот этот поворот срабатывает немного не в ту сторону, которую нужно. Ну вот опять неправильно. Это я сделал неправильно, это не игра виновата. Пока с уровнем познакомишься, пока как бы настроишься на него, проходит очень много времени. А, получается, я два раза нажал. Мне тут не нужно вообще нажимать на поворот. Все, я понял. А я нажимаю на поворот, как бы меня поворачивает сначала вот эта штука. А потом я еще и сам поворачиваюсь. Вот. Вот так вот. Вот, мне здесь, получается, не нужно никуда нажимать. Вот, все, я же говорил, что я понял. Ай! Вот теперь у меня уже контрольная точка есть, я могу как бы нажать на повтор. Иначе с того места, где я уже контрольная точка. Как бы все равно тратится одна энергия. Хоть ты сначала начинаешь, хоть с контрольной точки. Я пока еще потренируюсь немного. Вот видите, уже я здесь прохожу без проблем, потому что понял, как проходить. Ух ты, там куча кристаллов было, но я их как-то отбежал. Ай! И не в ту сторону повернул. Так, ладно. Ай! Так вот прям неожиданно. Ай! Ну
видите, можно, если кристаллы бежать собирать, то как бы очень тяжело, там много поворотов. Я лучше начну сначала и побегу по правой стороне. А еще здесь пишется количество попыток, то есть сколько мы потратили попыток на каждый уровень. То есть статистика здесь очень и очень хорошая. Видите, попытка номер 16 уже. У меня осталось 8 энергии, потом придется смотреть рекламу там или что-нибудь еще делать. Надеюсь, с этих 8 попыток я как бы пройду этот уровень. Ой, блин, я нажал случайно мышкой. И как бы он повернул. В самом ненужном месте. Не, шикарная игра. Мне здесь нравится действительно все. Начиная от музыки. Такие уровни вроде бы не слишком сложные. Но заставляют поднапрячься, если честно. Так, и... Ай, точку контрольную... Блин, там камень был, мне нужно было дальше повернуть. Ладно. Все равно контрольная точка далеко. Если бы я сейчас нажал, мне бы имел бы смысл, ну, с нее начинать. А так, как бы контрольная точка все равно далеко. Поэтому пробегусь еще раз, для того, чтобы как бы пальцы привыкали к этому, ну, управлению. Ай! Ладно. С контрольной точки. Ага. Не с контрольной точки нажал. Мне до финиша еще реально далеко, как бы. Попытки тают на глазах. Надеюсь, у меня все получится. Так, и опа. Вот. Я нажал контрольную точку. Теперь, если что-то случится, я смогу уже с нее начинать. Ускорение. Ух ты, как хорошо пошло еще на контрольную точку, слушайте. Ой, тут скользко, мне получается нужно с угла начинать. Ладно, начну с контрольной точки. Вот, мне вот так нужно, поняли, да? Если бы я бежал прямо, то я бы как бы не смог бы тут ничего сделать. Опа, опа, опа. Здорово. И все. Вот он, третий уровень пройден. Ну, как бы пройден только частично, да? Потому что у нас как бы не собраны все кристаллы. Во время я как бы не вложился. Но, тем не менее, нам доступен четвертый мир. Я сейчас только так одним глазком на него взгляну. А-а-а! 26%! Ничего себе. Только начал, уже 26%. Получается, я здесь не могу разворачиваться. Мне нужно успеть... Вот у меня еще... Вот здесь. Ай, не в ту сторону. Как же здесь быть, да? Блин, не получается, видите? А, все, последняя энергия у меня. Ай-яй-яй. Как же так? Как же так? То есть, видите, сейчас вот у меня энергия кончилась. Тикает время, вот 7 секунд для одной энергии. И после этого, ну, я могу опять играть. Как бы следующая энергия 30 секунд, и каждая следующая тоже 30 секунд. Вот. Вот-вот-вот. Я все-таки смог это сделать. Ай, не в ту сторону! Хотя, смотрите, только 15%, да? Хотя я там вот тогда упал и написал мне уже 28. Ну, как бы так, вот такая вот прикольная игра. Это вот реклама другой игры этой компании. А, тут 4, 5, сколько я говорю, 12 миров, да? А если вам понравилась эта игра, если вы хотите в нее поиграть сами, то ссылочка на нее, как всегда, в описании к этому видео. Загружайте, пробуйте свои силы, хвастайтесь своими успехами в комментариях к этому видео. А также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, если оно вам понравилось, делиться им с друзьями, а также подписываться и не пропускать наши новинки. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Пока-пока!